Тихого. Вот она, Микинина. Вот она. Выход закрыт. Идем в другой. Идем, конечно, жалко очень. Но для того, чтобы это больше не повторилось, нужно делать выводы. Нужно делать выводы серьезные. Особенно по одной из самых коррупционных российских структур этого МЧС. Собственно, вот полицай. Вон машин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять полицейских автомобилей. И вон сгоревшая часть корпуса. Против солнца снимать бесполезно. Сети. Холм, который, да? Вот. Вот там метро. А вот здесь, в дальнем крыле, находится, в корпусе Экспо, находится прекрасное под названием отдел полиции Павшина. Мобильный пункт Российского Красного Креста. А тут вот воды, люди еду дают.